Привет! Сегодня видео на практическую тему. Как вы знаете, мы живем, работаем в Шарм-эль-Шейхе на Красном море. И дайвинг в Шарм-эль-Шейхе, он связан с тем, что мы погружаемся часто в течениях. А при погружении в течениях необходимо при всплытии использовать маркерный буй. Это называется SMB. Про то, как его подбирать, какие они бывают. У нас есть отдельный ролик на канале, вы можете посмотреть. Здесь же я хочу просто показать вам практический навык запуска этого буя. Почему мы решили этого сделать? Очень много дайверов реально приезжают, которые, в принципе, не умеют его нормально запускать или запускают так, что это связано с большим риском, в первую очередь, для них. А маркерный буй здесь реально необходим, потому что очень часто мы всплываем в тех местах, где ходят дайвботы, где ездят лодки со снаркелями. В общем, всплытие в этих местах связано с риском, что вам могут наехать на голову или, может, вы можете попасть просто под винты дайвбота. Поэтому, собственно, я и хочу вам показать, как правильно запускать буй, как безопасно запускать буй. Я использую на видео конфигурацию с длинным шлангом, но так как я плаваю в такой конфигурации. Но все отличие для вас, если вы используете конфигурацию с обычным шлангом, будет в том, что вам не надо будет вынимать регулятор основную вторую ступень изо рта, а просто используйте вашу вторую запасную ступень, которую вы называете октопус. Давайте сейчас мы разберем с вами запуск буя пошагово, сымитируя это на поверхности, а затем мы вам покажем еще и подводные видео. Значит, первое, что вы делаете, это устанавливаете нейтральную плавучесть. Для новичков допустимо делать немножечко отрицательную плавучесть, но постепенно все-таки старайтесь от этого избавляться. Второе, выключаете ласты. То есть вы не должны наплывать на катушку с буем, потому что у вас веревка запутается в регуляторе или еще где-нибудь зацепится за снаряжение. Перед запуском буя обязательно посмотрите наверх и убедитесь, что вы там никого не убьете. Далее, в своей конфигурации я использую вот такой вот тип соединения, то есть у меня сразу катушка, шпулька соединена на карабине вместе с буем. Перед запуском я отсоединяю сам буй вот так вот и прицепляю на вторую часть карабина. После этого я отсоединяю карабин от шпульки. И теперь у нас вот такая вот конструкция. Буй готов к запуску, но предварительно нужно снять вот такую вот резиночку, я использую. Далее вам необходимо взять шпульку и буй в одну руку. Шпульку можно вот так вот двумя пальчиками придерживать, либо на один палец надеть. Но смотрите, чтобы вы не зацепились, чтобы он у вас свободно ходил на пальце. А в другую руку вам нужно будет взять октопус. Значит, перед запуском вы открываете основание буя. Немножечко, полностью только старайтесь не вставлять газозагубников октопуса, иначе вы улетите вместе с ним. И можно сделать небольшой пшик для того, чтобы расправить буй. Можно этого не делать. Буй готов к запуску. Нажимаем на кнопку принудительной подачи воздуха октопуса буквально в течение пары секунд, может даже меньше. При этом нужно активно выдыхать, чтобы вас не вынесло. Далее убираете октопус, отпускаете буй и даете линю свободно разматываться. Буй у вас запущен. Thank you.
Первое, что вы должны сделать, это вы должны соединить буй с линем шпульки. Можно это, конечно, сделать заранее, но тогда он у вас потребует, такая система буй и шпулька, потребует достаточно большого вместительного кармана, потому что вместе, когда они связаны, занимают больше места, чем если их хранить по отдельности в кармане. После того, как вы привязали шпульку, линь шпули к бую, вам надо смотать весь лишний линь, чтобы не излишки линя не зацепили что-нибудь из вашего снаряжения и не потащили вас наверх. Ну а на этом я хочу с вами попрощаться. Заходите на наш канал, смотрите наши ролики, комментируйте, пишите ваши пожелания, о чем вы хотели бы увидеть, о чем бы вы хотели у нас спросить. А также мы приглашаем вас на наше сафари, которое состоится во второй половине мая этого года. Мы пойдем из Хургады, вернее из Марсалама на дальний юг, в район рифов Сент-Джонс. Ориентировочно место на сафари будет стоить 800 евро. Ну, плюс парковые сборы, естественно. Если вас заинтересовало наше предложение, пишите в личку, пишите в комментариях, то есть свяжитесь с нами любым удобным вам способом. Также хочу напомнить, что на нашем сайте вы можете пройти курс Nitrox абсолютно бесплатно, заплатив только за изготовление и пересылку пластиковой карты. И вы можете также заказать снаряжение. Заходите в раздел «Снаряжение», ссылки в описании есть. До встречи, друзья, увидимся под водой.